Так, здравствуй, Рауль. Здорово. Так. Всем привет. Да. Мы продолжаем играть в этот самый... В кебаб... Чиф, короче. Ну, короче, поварами работать, в общем. А мы чиплеер. Создать комнату. Чего? А, создать комнату. Фу ты! Продолжить. Пароль. Так, ага. Пригласить. Паштет. Угу, отлично. А, есть контакт. Поехали. Угу. Вот так медленно грузится. Угу. Так, я просто... Так, я... О! О, я изменился чуть-чуть. Ты босиком. Черт, забыл обувь. Ну ладно. Знаю, посмотри со стороны, это фоторежим. А, давай выходим этим. А, фоторежим? А где фоторежим подевался? Я не понял. А кто это такой умный тут машины поставил? Подожди. Странно. Ладно. Угу. А, вот камера. А, точно, босиком. Камеру вырубай, бля! Камеру вырубай! Так, да. А почему это такой звук страшный? Подожди, как и взять нож? О. Нож. А тут три ножа. Позабыл уже. Так, тут два ножа. Ой. Во. Все, я положил место. Да, ёп, так куда ты ложишь тут? Че, тут три ножа. Тут два ножа. Тут два ножа. Я знаю, как убрать. Очень просто решается. Ой. Еще раз. Вот так вот. Можно, в принципе, даже тут. Сюда. Ладно. Давай тогда это самое сегодня это. Давай холодильники купим. И сюда, и без сюда поставим. Здесь будут наши продукты. Ой, я тебя зажал. Это что такое тут у нас? За это. Это у нас это самое, как его называется? У нас это кухня, а не хентай какой-то. Очередной. Да, да. Так, а холодильники? Ну давай покупаем холодильники. Ой. Давай, где тут холодильники у нас? Пожалуй, ну у нас... А сколько? А, ну денег у нас, ну так себе. Пожалуй, на тап. А что на тап у нас? Рецепты. А, нет, на тап... меню. Кстати, нет, не на тап. Тап. Вот холодильник. Бонусы, кстати. О, 5 лямов стоит. Чего? Вот как будем ставить, как экономнее. Мне кажется, так будет лучше. К стенке, наверное. Да, о! Да-да-да-да, вот так вот, да, Рауль. Ага. Ой, да. Да. И все. И на продукты надо оставить. Ага. Так, И давай это тоже переместим. Так, было Т. Ой, нет, это сообщение. Как там было? На С. Да, точно. Всегда, пожалуйста. И тоже О, кстати, как я и планировал. 4 должно вместиться в одну сторону. А, чего? И другую. Да. Так закрывается. Замечательно. Охрененные двери. Так, здравствуйте, а что у вас тут продается? Кебабы. А не то. Мне нужно что-нибудь поесть. Поесть купить. Пошли в этот самый. Так, да, значит, есть. Значит, все потом. Раз, два, три, четыре.
Так я покупаю вот это. Так я сразу же вот это покупаю. Даже Рауля не буду спрашивать. Даже не спрашивай. Да ёб твою. Да как открыть? А. Все. Так, бежим шашлыка. Ты можешь, пожалуйста, открыть какой-нибудь холодильник пустой? Пожалуйста. Вот по центру вот это вот. Можешь открыть, пожалуйста? Нет. Это прикол. Чего? Почему? Если могу. Это будет обидно. Чего? Сейчас разберемся. А? What the fuck? Чё за нахер? Так, он открывается. Здесь открывается. Тут. Почему? Вот это прикол! Магия. Блин. Кто мог знать? Он открывается здесь? А он не открывается. Чего? Тоже не открывается. Пожа? Или он? Потому что... Ой. Пожа, я не то что... А! Не открывается! Я знаю почему! Долбоёб! Я понял. Ёбать. Ёбаный урод. Жора. Всё открывается. Всё открывается. Жора. Ручка не поставила. Рауль, я вот, я понял. Я понял, я сразу же... Я думаю, облом будет. Главное, ручка, чтобы была. Не хочет. Есть. Все, и сверху это. Сверху паштет. Намазать надо. Только натуральное. Да, натуральный. Вот именно, натуральный именно паштет. С потного Рауля. Так, все, закрывается. Все, здесь будет у нас холодильная камера. Так, холодильник. Да ёб твою! Кто это? Это я проверяю. Да заебадал ты меня своим проверкой так. Ты уже начинаешь как Рауль. Ой, Рауль. Я знаю, что ты Рауль, как Эдгар. Ты начинаешь. Ты что путаешь? Да я знаю, Рауль. Это... Ты начинаешь как Эдгар. Это. Ладно, нужно отдельно... Овощи, отдельно мясо. Так, отдельно паштет, так, о. Так, так, помидоры, так, закрываем помидоры. Так, мне нужно этот самый купить. Срочно этот. Мне нужно вот этот вот купить. Да. Извини. Не, сосич, сосич мне не надо. Так. Сосич еще даже не открыто. Так, нам нужно будет петрушка. Штуки. Мясо. Штуки. Мясо сюда положим. Мясо, короче. Да. Помидоры. Помидоры, 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 овощи. Нет, помидоры у нас есть. Картошка сколько у нас? Одна есть картоха. Еще 3 штуки покупаем и хватит. Вот. Во, у нас порядок наконец-то. Только немножко не без непорядок. Хорошо, что я вижу, что именно буду выкладывать. Так, что это такое? Ещё петушка, перчик. Вот только не знаю, зеленый это будет. Думаю, будет красный. И потом зеленый. А давай зеленый сюда поставим. Да, зеленый. И сюда. И картошка. Да! И да ё-моё! Я еще не все выложил, вот и все. Так. Ой. Ну что ж, что будем готовить? А может быть скипнем вот, день? Зачем? Ну давай. Ну, потому что мы ни хрена не сделали. Чтобы... А время не идет. Да.
Ну давай. 3000. Чего опять? Ух ты, нихрена себе. Я буду делать куриную грудку, да, буду делать. Давай, давай, делай так. А ты выбери. Так, куриная... Может, посложнее бери. А, посложнее, посложнее, ага. Только вот, только не супы, пожалуйста, вот. Суп — твоя слабость. А куриная грудка. Закупили? Так, тут... суп... Тут три звездочки, кстати. Опа, кстати, тут три звездочки можно... Картоха, три звезды. Картоха, три звезды, неплохо. Погнали. Так, три звезды, три звезды. Пожалуйста, как можно закрепить картоху? Вот так вот картоху можно закрепить. Так, фритюльница, правильно? Блин, масло. Масло. Блин, зачем я картоху выбрал? Так, нож. Возьми и на хлеб положь. Так. Так. Да. Серьезно. Так, соль. А где у нас подевался сладкий чили? А, вижу. Сладкий чили 3. Сладкий. Ёлочка, гори. Ты есть. Теперь нам надо картошку заготовить. Так, картошку. Да, почему везде сковородки? Я сейчас не понимаю, почему везде сковородки у нас? Столько сковородок. Типа каждая своя? Да ёб твою. Жопа. С ручкой. Чего? Короче, ладно. Грудку не порезал. Я понял, у нас тут нету больше. Блин, вот она. А тебе тоже надо? Ты что готовишь? Так, масло, ломтик картохи. Картоха, 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 мне нужна картоха. Картоха. Картоха здесь находится, окей. Пьем картоху. Я картоху жарю. А на сковородке можно пожарить? Можно, наверное, я не знаю. Слушай, мы даже не чистим. Можно. Мы даже не чистим картошку. Мы просто тупо ее режем. Включить. По-моему, нельзя. Пожалуй, ее надо было посолить, надо, пожалуй, мне интересно. Нет, не надо. Кетчуп. Майонез, добавьте в тарелку. А немного ли кетчуп и майонез добавлять сразу же? Ломчик картошки. Окей, ладно. Почему не ж... А, ладно. Ложись. Ага. Я понял. Так. А, ты простое блюдо вообще делаешь? Давай поцелуем квадратно. Все, забирай, теперь я приготовлю. Так, картошку. Пускай будет как в Майнкрафте. Есть. Окей, будем подавать. Ага, не можем подавать. В круглую. Ну тогда пошел вот это вот. Картоха. Кетчуп. Это можно оставить. Так, кетчуп. Все, картошку забираю. Это что был?
Это майонез? Да, майонез, это кетчуп, окей. Кетчуп и майонез, да? Так. Картоха. Все, я готов. Подать. А, вот сам собой каска. Почти все на 100 отлично. Открываемся. Такое простое блюдо сделал. Так, настройки, что-то тут жутковатая музыка. О. Жди-ка. Так, положим. Тарелка. Так. Ты еще шаришь? Ага. Думаешь, мне еще одну приготовить? Я не знаю. Если что, мы можем завтра впихнуть это. Это самое. Подогреть и... Вчерашнее. Да-да-да. Ладно, посмотрим, может, хватит. Опа. Я пока обслужу. О, новый уровень. Блин. Ладно, с деньги начали появляться. Хорошо. Так, подожди, надо купить срочно. Так, где это было? Деньги начали появляться, надо срочно купить вот эту. Вот это вот надо купить. А ты говоришь, как у тебя голос изменился? Нет. Я... Не... Или это мой голос? Вот чтобы вчерашний подогревать. Ядритка, смотрите, как вы страшный, дядя. Так, пожалуйста, что они... Ебануться. Так. Что? Опа. Да, поставь тарелку сюда. Включить. Погнали. Да, надо еще сготовить. Сейчас подогреем. Так, подогрели! А ты думаешь, я такой... Ах ты какой! Ебать, все почти же под 100! Кроме инг... Ебать! Вот для чего будет микроволновка. Гениально. А ты думал, я это самое буду готовить еще это самое еще раз буду под это самое готовить. Ты чё? Подожди-ка, у меня тогда идейка появилась. Ладно, давай завершай день. Фу, вот зараза, а? Гондон. Слушай, а вот твоего блюда нету? Да, тебе буду знать, что надо. По два раза готовить. Смотри, как грудная куриная грудка дает очень много, 224. Ага. А знаешь, что готовь? Эти куриные ножки. Они тоже очень легко делаются, но поэтому намного больше. Угу. Все, давай, завершаем. Угу. Ага, отлично.
Автоматический заработок. Разобрал. Так, а хорошо, блюдо. Но ничего открыть не можем. Жареная говядина. Это новое? Соленый огурец по полю валяется, а никто его не ест. А, так. Так, что там у нас? Надо куриную грудку опять. Ну да. Давай, куриную грудку покупаем. Две штуки сразу. Окей, Г. Куриные вот ножки, вот. помидоры, овощи. А что с ним делать-то? Что надо делать-то? Так, взять куриную ножку. Соль, перец, чили. Выпекать со всех сторон. Угу. Выпекать. Ага. Три. Там сладкий. Я правильно взял? Пожалуйста, а там два надо? Правильно? А, две куриных ножки. Они жирно-то ли? Так. Включаю музыку, это невозможно. Соль. 3 грамма. Так-то лучше. Сладкий. Соль. Чё? Соль. Отлично. Раз, два, три. Так, раз, картошку два, порезать. Три. У нас картошки нету, замечательно. Я всю вчера скушал. Сладкий перец. А, чё? Да, сладкий перец. Чили. А, чили. Окей, раз, два. Да ёб твою, почему один? Два, три. Всё, три. Положили. Ёб твою, где? Вот когда надо, ни одной сковороды. Все твари! Все. Ёбаный, это сам насос, Жора. Они просто спиздили всю эту самую. Так, вот. Кастрюлю сюда поставим сразу же. Вот. Потому что я бешусь просто. Так. Так. Черт, такой побери, так что тут у нас? Кто там что наливает? Отлично. Так, круглая тарелка. Так, соль, так, куриные ножки, так, что-то надо было, так, помидор, ломтик помидора, и что, и все? Отлично, ну да, сам постой. Как по 100? А, что по 100? А, и ломтик помидора? Ой. Сейчас я не понимаю. И это что, все? Пожарьте ломтик помидора. Ебануться. Чуть не под... пожарить ломтик помидора. Добавьте тарелки дольки помидоров.
Все. Что там дальше надо было? Подать. Это что, все? Все, и второе блюдо тоже готово. Подать. Да ёб твою. Нагрев ему не нравится. Надо подогреть еще было. Есть. О! Кстати, я сейчас тоже кушаю. Чего? Чего? Ладно, подождем. Не пускай там счет. О! Так, счет. Шалом! А ну-ка. Мы можем третье блюдо делать. Можем успеть. Есть. Отдать. Чего? Серьезно? А ты не приготовил, что ли? Да вы издеваетесь. Ладно, они еще просят. Я не туда иду. Потому что мы не закрываемся. Так. Чё, куда? Туда надо идти. Так. Отлично.
Почему меня не пропускает? Сейчас, секунду, сейчас приду. Угу. Пока может приготовить что-нибудь. Угу. Ну что? Подожди, что? Переместить. Паштет вышел из чата. Я его могу, его позвали покушать паштета. Паштетина. Я его могу, это самое, называть так. Так, закрываемся. Погнали. Сейчас, я быстро беру мясо. Погнали. Так, ага. Значит, куру, во-первых, жарим. Ротейшн надо сначала делать. Эш. Ага. Так. Помидорина. Так. Блин, я забыл посолить его. Паша, а надо его солить? Блин. Блин, солить надо было. Соль. Так, пока что поставим сюда. Что-то надо было готовить еще, может, приготовить быстро. Вот это сегодня мы подаем. Это, пожалуйста, как это готовится? Куриная грудка. Ага. Вот это будем готовить. Давайте посмотрим, что оно. Куриная грудка. На Г нажмем. Так, возьмите цель. А куриная грудка, а где она? Рибай. Да вы издеваетесь. И что, куриной грудки нету?
Так. Взяли соль. Так, я тут. Угу. Так. Так, слышим, сразу что-то изменилось. Да. Так, что там? Ага. Пожарить. Погнали. Наверное, как-то тут рецепты были. Рецепты. А что мне приготовить? Давай стейк приготовлю. Да готовь, что хочешь. Блин, это какие-то более сложные блюда. Надо сделать стейк. Ну, что-то новое сделать. Нет, нет, нет. Вот это. Тут для этого так будет. Рыбай стейк. Ага. Вот так. Так. Да ну нафиг. Пожарьте. Так, картофель фри. Твою. Соль. Черный перец. Пожарьте помидор. Так. Мультик. Ага. Помидоркус. Нет, а, есть помидор. Так. Ага. А, вот ты где, мразь. Так, открываем. Мультик петушки, все тогда так. Жарим. Такой несложный тоже, понимаете? Ой. Петрушка нужна. Блин. Я молодец. Взять кусочек. Это тоже несложно. Несложно. А что там надо было дальше? Вот. А ты просто холодильник запасной ставишь, да? Я так смотрю. Ага. Окей. Я не... Чего? Добавьте красный... А, тьфу ты. Так, что там? Переместить в тарелке. Красный перец, зеленый перец. Картофель фри. Чего? Так, есть еще помидорки, есть еще. Еще одну третью сделаем. И думаю, нам должно хватить. Перец и соль.
уже посолил. Как выбросить? Уже был посолен, ничего себе. Какая подстава. А, мне же картоха. Картоха. Так, картоха. А вот картоха. А нет, вот этот картоха. Я столько накупил картохи. Так, три. Все, даже ничего. Так, дальше срезаем. Хо-хо-хо! У меня тут целая картошечная это. Отдел. Да. Так, еще тебе помидорку. Ого, сколько картошки. Души прям купил. Потому что я забодался. Ну да, я понимаю. Я же понимающий человек. Какой ты понимающий? Ты этот самый. Ты паштет. Натуральный. Натуральный паштет. Ты человек паштет. Почти. Ты по жизни паштет. Как скажешь. Да. Слушай. Сколько лет прошло, блин? Больше 10 лет, наверное, уже. 11 ты считал. А, ну вот. 11, нифига себе. Вот, офигеть. А у нас по-прежнему паштеты, мельницы, радио и так далее. Что-то это не работает. Сегодня... Кто не работает? Я работаю. Вот я работаю, я уже второй, это самое, уже так готовлю этот самый, как его называется, эти, грудки эти, куриные, так, ну что. Может, суп еще сделать? Кстати говоря, еще суп сделаю. А, подожди, это что у нас? А, красный перец, подожди, а где у нас? Морковка. Чего? Петрушка. Чего? А, вот где зеленый. Тьфу ты. Ай. Петрушка кончилась. Ты ёпарас. Надо было сказать, я бы купил бы. Ты готов, Рауль? Да. Полностью. Полностью так. Готовь меня полностью. Я хочу, чтобы ты готовил меня. Будем суп. Сделаем суп. А, и семи залуп. Ладно. Суп сделаем. Давай. Давай. Быстро сделаем. Подожди, это какой красный? Красный. Блин, я зеленый, так соль. Так, мне надо кастрюлю. Сколько там было? 120? Так. Мне интересно, как оно... Это? Надеюсь, так, выживет. Так. Подожди, что у нас есть, кстати? Так. Куриная грудка. Подожди, у нас куриные грудки две штуки. Так, этих три штуки. Так. Так, масло и молоко. Надо купить молоко, масло. У нас петрушка. Ой, петрушка. Ну, петрушка есть у нас. Картошка есть. Подожди, что там-то не хватало тебе?
Я уже купил. А хотя да, купи еще масло. Да я не про масло. Я тебе не про масло. Я про... Так, что там было? Ломтики помидора. Штуки. А. Ладно, я загляну в этот самый магазин, короче. А... А, масло. Мука. Чего? Баночка со сладкой чили. Баночка с тмином. Купить. Баночка для... Петушки, баночка для сумака. Четыре тарелки наделаю супа. И четыре петушки тогда надо будет. Четыре, пять, отлично. Блин, сейчас такие сумасшедшие деньги сработают. Да, мы столько это самое с тобой. Сейчас я. Во. Ебануться. А, тимьян. Подожди, это что? Да ё-моё, ставься. Тимьян, соль. Чёрный перец. Чёрный перец. Это что такое вот это вот? Это вот. Бля, это что это у нас? Чего? Сусач? А, сладкий перец. Почти. Сладкий перец, черный перец. А, соль. А, тимьян. Это еще на бутылке. Сусач. А, розмарин. А, розмарин. А, мята. Это еще заготовить. Мята, это что такое у нас? Тимьян. А, тмин. Во! Охренеть мы. Четко попал. Чего? А ты не то взял, наверное. Так, масло. Подожди. Соль, черный перец, сладкий перец, окей. Тимьян, мята, тмин, розмарин, ого, сколько сусач. Ты купил? Помидоры опять. На расход. Помидорчики. Помидоры, овощи. А чё, 9 из 20? А не понял, где все. А, я понял, где все посуда. Я думал, куда все посуда делась? Ебанулся. С посуда закончится, надо же открывать. Да, завтра откроем. А не сегодня. Почему сегодня? Нет. Разницы нету. Потому что... Давай. Нет. Потому что мы это самое... Откроем на немножко, а потом все... То, что мы приготовили... Надо будет выкидывать. Ладно. Как скажешь. Надо все в холодильник поставить опять. Сейчас петрушка заварится. Так, подожди, петрушку. Петрушка заварится. Ну да, правильно. Иначе оценка снижена была. Да, я подождал, вот. И последний. Ну тогда так завершаем. Из блюда много. Блюда? Да блюда так блюда, пока. Это же петрушку. Это еще испортится. Ой. Ой. Все надо спрятать. Ну все, начинаем. Ой, это пропускай день. Начинаем. Погнали. Так, а Рауль, что мы сегодня ставим? А зачем надо все это продать?
Не, что ставим на этот самый, как его называется-то? На продать. А что мы ставим? Все. Три блюда сразу. Три блюда. А, ладно, тогда три блюда. А, ножки. А что у нас есть? Суп есть у нас? Суп, суп. И стейк вот этот. У нас четыре получается тогда. А это как называется? Подожди, С. Это что это у нас? Вот это вот фигня. Подожди. Подожди, как это? Вот это вот фигня. А ты куда нагрудку делал? Подожди, строительство, подожди. Печи. Подожди, а как... подавать. Подожди, это что такое? Гриль. Фасад. Какой фасад? Идешь ты нафиг. Фасад поверхности. Печи. Подожди, какие печи? Печи. Мебель. Мебель. А мы ведь... Подожди, а ведь мы можем использовать ведь одну, по идее, а не три, правильно? Ну да. А почему мы не можем три? Ведь оно одно, эта фигня одно и то же делает ведь. Не, можем и три, я здесь не понимаю, ладно, неважно. Так, закрываемся. Никак нет. А, пожалуйста, что ты сейчас подогреваешь? Супы? Все холодное. Она не хочет подогреваться. По-моему, надо было вчера открывать. Пожи? Безопасно. Да, закрой. Давай вот поставим стейк. Подожди. Не может быть так, что так долго. Да потому что мы все время открываем, закрываем. Подождем. Это же игра, так долго не может быть. Так хорошо. Может, надо просто постоять подождать. Мне кажется, суп не подогревается. Такое ощущение. Короче, если ты такое, это самое. Сейчас. Специально для тебя. Все для тебя, Рауль. Вот так вот. Оп. О, как на работе. А зачем нам уже три? Подожди, если ж купили, поставим что-нибудь. Да, суп не будет работать. Суп выкидываем. Да, все супы выкидываем, да. Я все понял. Как выкинуть суп? Да мы можем продать его просто. Во, он подогрелся, блин. Кстати. Вот чего? Видишь, супы не греются. Ломчики петрушки. Че, какое ломчики петрушки? Пожалуйста, это у нас стейк, да? Простой. Да. Ну тогда. Подожди. Тогда надо, знаешь, что сделать? Убрать суп нахер отсюда. Суп сделаем завтра. Ну тогда подать стейк вот этот вот. Да. Стейк, выпечка 84, 96, окей.
Так, стейк подали. Стейк, что-то у нас, курятинка. Подать. А он завтра испортится, короче. Курятинка, а что там еще надо было? Вот это вот подать еще, да? Подать. Ебануться. Сейчас открываемся. Ебануться! Ага, да, уже круто. Сейчас будет. А ну-ка, я могу туда наверх поставить? Мне просто интересно. Угу, могу. Тихо. Доставься. Во! А водка почистить. Во! Шикарно! Даже Рауль не найдет. Тихо. Оп. Все, Рауль не найдет. Что именно? Вот найди, вот, Рауль, найди это самое, куда я микроволновку спрятал. Сейчас, секунду. А где бростерс-то? Сберем. Да, вижу. What the fuck? А это тут чистое? А, да, это чистое. Выливаем. А вот не понял, зачем начинать заново день, если мы чай все приготовили? Время же не течет. What the fuck? Так, какое блюдо? Так. Они первые сожрали. Стейк сейчас будет. Сейчас мы приготовим свежающий стейк. Рауль, правильно? Свежающий стейк будет. Да. Ужас. Какой вчерашний? Сегодняшний. Быстрее подогревайся. Есть, наконец. Сто лет греется. Выпечка. Есть, так, что тут? И все? Так, еще все это есть. Сколько заработали тут?
да еще клиентов. Какая идет моднявая. Какая идет она. Здравствуйте, можно познакомиться с вами? Дайте пощупать сити ваши. Да пощупать. Вот тебе запись. А я не матерюсь. Ой, да ёпта. Это вчера китайский. Это вчера китайский был. Вчера китайский. Да-да. Китайский. Так, ножик. Думал, тебе надо... Чё? Ножик. Заканчивать день. Ага. И что? Тоже все можно выбросить. Сковородка. Так, как так. Мы будем делать все в один день? Закрыть. Где еще посуду потерять? Вот и. Да, ёпта. Тут происходит. Жить. Так, притап. Топ. Бонусы. Что у нас по бонусам есть? Ага. Так, не то. Сотрудники. Сотрудники. 250 ежедневно. Какие сотрудники? Только не говори. А ты тут есть. Клининг. Washer dishes. А, точно все. Посудомойки. Да у нас столько нету пока что. Мы пока что сами справляемся. Да запросто. Давай заканчивай день. Рецепты. Ой, нет, это не рецепты. И будем делать в один день. Commerce. А что такое за commerce? Пригласить чего? В пути. Я буду вам завтра. Вот так вот. Так. Нам пока две духовки хватит. Помощь, камера, сотрудники. По строительству, что? Я хочу просто посмотреть. Я сейчас, Рауль, это, я... грили. Печки, это что это такое у нас? Холодильники, это... так, грили. Ага, фасад не буду смотреть, это поверхности. Это поверхность можно... Печки. Угу. Чего? Это что такое? Ага. Мебель. Ага. Кстати, я хочу кое-что продать. Ой. Пожалуйста. Все, можно заканчивать. Вот. Потому что оно бесит меня. Эта дверь. Ужасно бесит. Я тут продал одну эту самую штуковину продал. Одну, один этот самый столик продал. Да. Так пропустить. И делаем лучше все в один день. Итого у нас что? Итого 1848 у нас... 3 звезды, да. Новый рецепт разблокирован. А, есть, наконец-то. Тогда просто. Так, делаем суп. Делаем. А как открыть новый рецепт? Так. Надо квест. А, вот, вижу. А, он не даст. Не даст. А, все, дал. Кто пидорас? Вот это делаем. Короче, делаю суп. Ты делал новое блюдо. Кто? Я делаю новое блюдо. Ты. Я?
А новое блюдо? Ага, и суп сделаю. Боже, чего новое блюдо? Есть новое блюдо. Тихо-тихо, новое как... Я уже пас... Томатный кебаб? Томатный... Я сейчас скажу. Я уже поставил. Да, томатный кебаб, все верно. Чего нафиг? Тихо. Томатный кебаб. Г. Так что надо делать? Что надо делать, Рауль? Рибай стейк. Возьмите рибай стейк. Рибай стейк. Ёб твою! Вот где рибай ёбаный этот? Так, ничего не забыл. Молоко, масло, лампочка, вода, вода, смесь. Рибай. Ёб твою, это самое. Я вчера... Никому и рибай не нужен был. Ёбаный этот. Серьезно. А сегодня я пришел, рибая нет уже. Все сожрали, так рибай. Все, пускай суп будет горячим, всяк, следующее блюдо делал. Рибай. Так, рибай, взяли. Взяли рибай стейк. Так, куриные ножки. Чего, измельчите мясо, используя... Чего? Чего нафиг? Куриная грудка есть? Отлично. Чего? Сладкий печень. Сладкая печень? Флип. Взять. Сладкий это черепель. Чего? Возьмите ломтик рибая. Рибай стейк. Взял рибай стейк. Измельчите мясо, используя мясорубка. Кусочек рибая стейка. Да ёб твою, еще. Ёбаный. Мясорубку еще нужно. Ёбаный жора! Мясорубка, деньги где. На сеть покупай. Где мясорубки взять? Мясорубка, вот это? Нет, это не мясорубка. А где она? Печки. Грили. Это что-то. Яйцеварка. Это чем? А где эта ёбаная мясорубка? Ты видишь, где мясорубка есть? А я не вижу. Попробуй найти, она должна быть. Печи. Мебель, поверхность, фасад. Грили. Тут может быть где-то. Это что? Пора для выдачи жвачек. Автомат для игрушек. О, вот это вот можно купить. Офигенная штука. Вместо мясорубки. А, я могу... А, тут есть поиск, кстати. Чё? Мини-шкаф. Для напитков. Так, сейчас помогу найти. Ой, какой мини-строительный магазин. Печи. Че тут? Чицевак. Печи. Мусорка, это я не знаю. Это у нас подставка. Это что у нас? Ага. Шампунь надо еще. Только не говорю, что еще грили на лодку. Со специей.
Какая? Измельчите мясо, используя мясорубка. Ну-ка. Магазин. Мясорубка. Мясо. Нету такой мясорубки вообще нигде. Инвентарь. Да что это у нас? Так, специальная. Я нашел. А нет, нужно. Можно вот за это покупать. Я понял. За нежить можно покупать. За 6. О, вот это прикольно, кстати. О, офигенно выглядит. Такая темная. Что за фигня? Грилли. Мебель. Рыбай. Это тише, смотри. Тише. Надевать на дверь, не значит взять на дверь. Просто я говорю, что шорты ты не покупала. Да, шорты не покупала, вот кто там? Офигеть, ребята. Так. Ну как там с шортами? Так. Если тебе сроку нашел, то он не доступен. Инвентарь. Кого недоступен? Кого недоступен? Шорты недоступны. Вот такой печи. Там где мусорник. И второе посмотри. Печи. Ладно. Короче. Короче, я с рыбаем другой сделаю. Так, тогда я, знаешь, что делаю так? Пока мы не открылись-то. Значит, томатная эта фигня убираем. Тогда я вот это сделаю просто. Жареная говядина сделаю. Рыбай, соль, черный перец, черный перец, раз, два, три, черный перец,
Так, соль. Раз, два. Раз. Так. Три соли. Так, что с ним надо делать-то? Так, Медуш. Так. Оп, эш. Добавить петрушку 2 штучки, окей. Так, петрушка 2 штуки. А, петрушка. А, Паша, как мне взять 2 штучки петрушки? F. Петруха 2 штуки, раз. А, 2. Все. Подать. Отлично. Так я свою подал. Так мы открыты. Ебать, а тут опять какая-то групповуха была. Опять они застряли в друг друге. Ёб твою, у тебя горит! Жопа! Подожди, сам. Куда тебя поставить? Сюда. Замечательно. Все, уже успеваю. Чего? Мгновение, надеюсь, вы занимаете, заняли столик. Чего? Окей. Подать. Чего? Кто где? А, у тебя жопа горит там. Где? Ничего не горит. Что делаешь? Он еще не готов. Перевернуть надо. Смотришь, как... А суп мы подали? Так, перец. Стой. Что ты тянешь? Что ты творишь? Курицу я пережарил. О, перевернул. Не все было под контролем. А что там дальше надо было делать? Красный, черный перец. Ебать, у нас критик! Рауль, у нас проблема, у нас критик ко мне, к нам пришел. Сейчас
Да. А, еще раз привет, амигос. Та-та-та, давай покажи, что у тебя есть. Ебать, и что? Тарелку самых острых куриных ножек. Рауль, у нас проблема. Ножки, срочно ножки готовить, Рауль. Давай. Срочно помогай мне, я ножки взял. Паша, как ножки готовятся, Эр? Г. Паша, не Г. Как ножки готовятся? Ножки как готовятся? Сейчас приготовлю. Я там ножки положил, так. Так. Закрепить. Г. Так. Куриная ножка. Так, что там надо было? Пожарить помидор. Я пошел за помидором. Помидоры. Бля, одна помидорина осталась. Соль и сладкий перец чили, вот, все. Так, помидоры. У нас тут это самый. Да мне похрен, что у вас тут это самый. У нас критик сидит, это самый, как его называется-то. Нас закроют, если мы тут это. Не. Нам одну звезду дадут только, оп. Паша, куда ложим? Сюда, да? Оп. Да. Помидорина, что там надо было? А ты, Так, соль. Ты посолил? Так, соль есть? Есть. Сахар, это, соль, сахар есть. Помидоры, что там надо было еще? И все? Ну да. Ну-ну, давай, оцени нас, 5 звёзд. Давай, 5 звёзд. Честно скажу, ты самый худший повар в мире. Давай, 5 звёзд нам. Есть, как говоришь. О, Рауль, можешь чуть поближе к нему подойти? Чуть-чуть, Рауль. Да, вот, стой. Отлично. Потом я на принскрин возьму вас. И что? А ты посмотри. У нас теперь все открылось. А, где звезда? Я не понял. Алло, а где звезда Мишлена мне? Алло, где звезда Мишлена? Мишлена. Алло. Дай звезду сюда, собака. Мразь, пожрала бесплатно и ушла. Деньги заплати, тварь. Паша, куда он вообще идет? Паша, куда? Ну, давай. Деньги даже не оставил. А давай посмотрим, куда он пошел. Ну, да, все, закрываемся. Да, да, что-то ты. У нас пошло. Ты закрывайся, но я хочу посмотреть, куда он пойдет. Этот лох. Не говори, он сюда сейчас пойдет. Чего? Ладно. Ёбаный в рот. Насрали тут. О, 30 уровень. Давай сюда деньги. Так, печи. Да, тебе у нас есть мясорубка. Вот она. Куда поставим? Куда? Да, духовка обратно наверх, как ты хотел. Да кто сюда поставил? Вот кто за дебил поставил этот самый? Долбоёб. Нет, оставь.
Вот. Во. Вот. Во. Шикарно. Теперь я могу свой рыбай сделать с рыбая вот так вот сделать. Могу? Да ёпту. Ага. Знаешь, что нам нужен? Официант. Посуду помыть не сложно, а именно... Вот это... А, и чё? Вот дышис. Клининг и вот. И чё он не... его надо порезать, наверное, да? Ещё раз... Нет. Чего? Кусочек рыбая. Чего? А, стоп. Пога. Они же выполняют. Удалить. Надо закрыться. Ой, тьфу ты, закрыться надо. Все, они будут сами обслуживать. Посмотри на функции. Они моют, подают. У нас официант есть. Все, заканчивай день. Так, идем сюда. Я начальница, идем сюда за мной. А ну пошла за мной. Да не ты. Да не ты. Идем сюда за мной. Ты сделаешь мне тут приятное. Я тебя повышу, короче. А ты будешь официантом. Здорово, давай повыши. Заканчивай день. Повышай. Ты, я шучу. Да. Вот теперь такой план. Ты будешь шашлык делать на этот кебаб. Все, я закрывал. Закрылся, окей. Опа, ну рецепты. Ебануться, сколько рецептов. Давай новые рецепты сделаем. Ебануться, сколько новых рецептов открыто. Сейчас я открою, подожди, пока. Опа, это самый лох пришел, да? Этот лох? А нет, это не этот лох. Это другой, тьфу ты. Это другой критик. Фу, я думаю, этот слог, который ходит в фильме, такой, ха-ха-ха, смеется такой. Мол, мы самый крутой, я такой. Да у нас тут это самое, только что критик был, и нам это самое разблокировал мясорубку. Мы тебе крутые, у нас тоже есть. Томатный паттерн для донов и шашлык. И простой шашлык. Или куриный суп давай, поставим. Чего? Работать его... Куриный суп. 15-19, вот, чего? 15-19 клиентов нам нужно обслужить, ебануться. Много. Я буду делать банк. Томатный кебаб, ты будешь делать куриный суп. Адвансменты. Строительство, я хочу посмотреть фасад. Фасад. Фасад, вывески. Я могу вывеску поставить тут? Вывеску, самую охрененную вывеску за 1000 я могу поставить вот эту вот. Я 1000 потратил. А почему на ней ничего не записать-то? Цвет выбрать можно. Чего? Почему на ней ничего не записать? На этой вывеске. Давай поставим какую-нибудь самую вот эту. О! Типа вот этого вот купим еще. Во! Типа вот на вывеске вот это вот поставим. Типа мы крутые, короче, вот. А как можно. Вот. Типа вот. Вот этого поставим сюда. А тут вывеска есть, типа буквы, можем писать. Во, буквы купить. Текст. Я купил текст. Наконец-то. Текст как? Так назовемся. Ой. А на русском поддерживается?
А язык нет, не поддерживается. Ладно, давай напишем. Как мясорубкой пользоваться? А как можно передвинуть? Я тоже сейчас не понимаю, но... Допустим-то... Сейчас. Может еще разрезать? Сел. Ой, какой продать? Нет, я не хочу продать. Я больше не даю это разрезать. Так. Так. И я хочу купить вот этот вот, как его, дядька там был такой, стоял, типа вот крутой, типа, да, вот этот вот. Типа магазин наш, пожалуйста, это может крутить его? Ага, это может крутить, его нет. Ага, а это что это? Это у нас по... Что? Ага, увеличивать его можно. Еее! Так, допустим-то, ага. А это у нас что? Так. А как им пустить? Хороший магазин! Рауль, выйди! Чё? Выйди! Да, ради этого ты потратил деньги. Да, у нас магазин, то есть магазин стоит... Стоит... У нас самый шикарный... А название вообще шикарное у нас. Бунтик. Кусочек байстейк. Паша, мне интересно, я хочу вот этого вот дядьку. Паша, а его могу? А это что за кнопка? А, это уменьшать, увеличивать, я понял. А это, так, подожди, а как его теперь можно, я хочу передвинуть. Ой, подожди, я хочу передвинуть его вправо. Я хочу его передвинуть вправо. Подожди, а его надо уменьшить сначала, наверное. Правильно, а потом оно... А, я понял, он не даст нам. Угу. Я понял. Вот так вот. И название теперь надо поменять. Ой. Не поменять, а передвинуть вправо. То есть, не вправо, а влево. Типа, чтобы по центру. Вот, все. Во! Шикарно! Ну что? Так, а, еще надо было вывеску поставить, знаешь, для этих самых, как его называется-то? Пожалуйста, тут звезды есть? Подожди, мне интересно, а тут есть вывеска звезд, именно звезды? Пожалуйста, а тут звезды есть? Блин, тут звезд нету. Тут все что угодно, кроме звездочек. Блин, почему тут звезд нету? Я бы сейчас тут бы, как его, чу, 7, ядрит колотит, какая дорогая. Офигеть. Охренеть, магазин наш. Здравствуйте, вы... Ух ты, она просто тупо стоит, официант. Пожди. Официант. Сотрудники, официант. Пожарить! Пожар... Записано, пожарить! Тогда с мясорубкой сберемся, что-то не работает. Мясорубка.
Сейчас. Мясорубка. Все. Пожарить. Мясорубка. Так, прости. Г. Г. Так, тьфу ты, какая курятина, подожди, какая курятина? Что там было вот это вот, да, кебаб? Г. Так, кебаб. Ломтик рибая, рибай стейк. Рибай стейк, подожди, рибай стейк. Окей, давайте погнали. Рибай стейк. Купим целый. Там не целый надо, там надо... Либо кусочек, вот. Рибай стейк. Рыба и стейк. Тоже конечно... Нет, целый он не будет, наверное. Его надо порезать. Может, тарелку? Порезать его. Может, надо. Тарелку надо? А, подожди-ка. Нет. Тазик. Убери. Убери. Тарелку. Мне может, тазик надо поставить специальный. Ага. Не получается. Сейчас, где еще было? Вот. Может, эту надо. Тарелку специально надо. Фу. Ебан. Цел. Так. Возвращаем обратно. Да, возвращаем. Шампунь сейчас будет нужен. Так что не переживай. С. Соль. По вкусу. Картошка, лук. Чего? Пожарите картошку, лук. А что такое курдюк? Курдюк. Что такое курдюк? Курдюк это... Не знаю, что это. Пожарить картошку. Опа, там кто-то... Опа, там кто-то узнает. Бараний жир. Нам уже подсказывают, кстати. Да, где теперь? Жир купить. Смотрим. Нашел курдюк. Так, что там было? Картоха, пожалуйста. Что... Картоху просто пожарить надо. Картошка. На 4 кусочка. Картошка. А лук. Так, 4 кусочка теперь туда кидаем. Кусочка курдюка, теперь дальше. Только не говори, что надо покупать гриль. Картоху пожарили. Пожарьте картошку, лук. Господи, какая тяжелая. Лук. Ты ёб твою, я купил, но не взял. Берем. Открываем. Лук. Куда закинем его? Да ладно, пофиг, пускай тут стоит картоха. То есть лук. Лук. Сюда положим. Лук. Бля. Откройся ж. Лук. Сюда. Открываем. Открываем. Лук. Блин, шампур это помешает. Да ёб твою, да порежь ты лук, ёб ты самый шашлык ёбаный. Пожарить. А я его могу перенести? Вот так вот. Да. У нас, надеюсь, хоть уголь есть. Да, был где-то. Горит картошка! Да я знаю, денег нету. Но вы держитесь. Так.
Я пожарил лук и картоху пожарил. Так, теперь шампурь. Шампурь? А, получается? И еще один, где мне шампур был? А тебе надо картоха? Сейчас посмотрю. Да, походу надо пожарить. Дальше, теперь у нас... Нет, еще не готово, надо еще помидор нарезать. Помидоры. У нас еще есть помидоры. Помидоров нету. И ладно, сгоняем сейчас. Помидоры, пошли. помидоры, овощи! Не знаю, едет на КБ, я хуй на скорой помощи. Так, чувак. Помидоры, да. Вот. Я... Хороший магазин, то есть... Вывеска. А мне нравится это. Помидоры. Так, тебе надо ломтики. А сколько ж... И надо их насадить тоже. На кого? Так, стоп. Их надо порезать? Да, вот так вот. Да, и наш. И вот так вот сделать. И. Вот. Тебе правильно. Дальше. Тебе надо просто картошку пожарить и еще что-то. Посмотри в микроволновке. Все приготовил. Тебе не остается только сжечь. Так, где рожок? Мешок с углем. И как бы включать? Кого включать? Оп. Чего пищу? Потому что ты дурачок, у нас нету этого самого. Я Рауля. Да ёпта, куда я пошел? Я не туда пошел. В этот магазин надо зайти. Да, вот это вот, типа, надо, это что это у нас? Дрование. А уголь для чего? Сейчас. Сейчас. Открыть. Е. Есть. Вот. Тяжелый рецепт. Ебануться. Да мы вдвоем готовим один рецепт. Вот мы супы приготовили. Так, перевернуть. Так. Флип, флип. Да-да. Какой Филипп? Киркоров? Флип. Нет, флип это переворачивать по-английски. А, какой Филипп? А я и не знал, что любовь может быть жестокой. А ты уже все готово. Вроде бы, нет? Да, а тебе надо их на тарелку положить. Одну только. Одну? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И что у нас получилось? Ни хрена. Почти все 100. Пошли, тут тогда, а вторую тогда зачем мы? Что там не хватает? Что-то второе. О, боже, ты еще это не сделал. Так, тогда мы делаем... Простая тарелка... Что такое? У меня картошка. Простая лук. Тарелка, я думаю. Ладно, смотрим. Лук. Рыбай стейк. Выпакать со всех сторон. У нас ножи специальные. Есть, оценили. Шашлык. Шашлык, бля. Картоха. Так, нам надо нарезать рыбай стейк. Присоединить к донор-машине. Что такое донор-машина? Или донер, или как он читает? Донор-машина. Или донер, или донор. Ебануться. Картошка, лук. Добавьте, что там? Пожарьте картошку, лук. Картошку. Нарезать стейк.
Везде. Ну что там за... Бля! Аху! Серьезно! Как я вовремя! Как я вовремя! Что за машина? Так, где тот магазин? Так, строительный магазин, печи. Какой еще чертовый? А, вот это! Вот это надо купить. Может палочку купить? Полочку. А, полочку ты про этот самый, как его? А... Ну да, что поставить. Да, я понял. Просто самую дешевую, правильно? Ну да. Самую дешевую. Самую дешевую купить. Окей. Короче, я не знаю, куда его мы... Ладно. А две штучки надо было? А, да, отлично. И как дальше? Это что такое? Картошку. Кто пожарит картошку? Картоху. Нарежь после картошку фри. Тебе картошку фри надо или просто? Картошку фри. А, свободную картошку, я понял. Сейчас. И кетчуп на тарелку. А он готов? Как мне понять, что он готов? Да он коричневый стал. Раз, два, три, четыре. Теперь надо взять тарелку. Четыре штуки. А нет, пятый. Еще пятый надо резать. Один, два, три, четыре. Да, нарежь. А как ты режешь им? А, чё? Док зажимал. Так, и кетчуп. Куда нажимаешь ты? Чё? А? Давай я нарежу. Прям на мясо вот так. Да-да-да-да, вот так вот. Оп. Пять. Еще семи, но прекрасно. По сто. Суп куриный. Куриный. Все, короче, разобрались чуть-чуть. Ай, куриный суп. Вода, лимон, чего? Лимон? Лимон надо, куриный суп? Да. Так, куриная грудка. Я за лимоном бегу, или нет? Давай, ты за лимоном, я за курицей. Так, куриная грудка. Да ёб твою! Ёбаные уборщики! Собака, то реально уборщики нам нужны. Мрази. Они все... Так, вода нам надо опять. А, Рауль, у нас плохой... Я тебе скажу, что у нас день закончился. Что у нас закончился? День. А, черт. Ладно, надеюсь, этот холодильник можно положить. Сейчас все уберу. Давай тогда продукты накупим. Чеснок. Выключим все. Я там столько напокупал сейчас. Столько денег потратил. Ты охренеешь, Рауль. Куриные шашлычки. Ой. Это лимон. Лимон поставь. Вот это. Куриный бульон. Как мне куриный бульон сделать?
Банка куриного. Ничего себе, как долго. Тут я мясо. Нашел куриный бульон. Надо бы мясо обратно положить в холодильник. Ой, прощупай. Не, положу в холодильник куриный бульон. Ебануться, у нас не ресторан, а какая-то забегаловка. У нас еще какие-то специи добавились, мята, тмин какой-то, розмари. Да-да-да, это я купил. Это я купил вчера. О, наверное. Так, пожалуйста, как я могу подвинуть эту фигню? Оно сюда вместится? Ёбаный шашлык. На куриные шашлычки, это как это? Куриная грудка, две штуки. И лимон. Во! Замечательно! Впиндюрил! Красавчик я. Во! Ой, ёб твою, я вот случайно микрофон задел. Так, официант, да иди ты в баню, официант. Что ты сможешь завтра приготовить? Завтра? Да, из сложных. Завтра я ничего не буду готовить. Я имею в виду в игре. Я знаю. Давай я буду делать... Пожалуйста, давай посмотрим, что у нас есть. Томатный кебаб ты сможешь сделать? Томатный кебаб, а как он делается вообще? Ой, кебаб. Как я делал шашлык, шампур, помидоры и... Ебануться! Офигеть! Я не знаю, как сделать куриный суп. Там какие-то куриные шашлычки надо сделать. Куриный суп? Каким-то образом. Куриный суп. Прямо минутку. Куриный суп посмотреть. Ага. Куриная грудка. Лимон взять. Добавить воды. Добавить куриные шашлычки. А куриную грудку можно разрезать? Отварить, перемести в чашку. Смесь. Да, вот. Все, я понял, как делать. Все будет классно. Я сделал суп, давай сделаю суп, куриный суп. Потому что мне все для этого есть. А ты сделаешь. Сейчас скажу, что ты сделаешь. Ой, что бы. А ты сделал шашлык. Она называется томатный кебаб. Ага, самое сложное. Мне. А суп сложнее. Суп. Там не так сложно. Так. Или делай вот это, простая тарелка для доноров. Ну, когда крутился вот это. Для доноров. Все, у нас мало времени, так что го-го-го. Го-го-го. Нужно все успеть. Го-го-го. Го-го. Хороший! Нет. Я хожу мимо и смотрю. Мне нравится вывеска. Некогда. Надо добавить. Так. Лимон. Лимон купили. Лимон вижу. А лимон надо разрезать? Да, видимо, надо. Так, чего? Мы не закончили день. Слушай, мы день не закончили. В смысле? Черт тебе попал, ладно, кастрюлю в холодильник. Все, давай заканчиваем. У вас есть долги, нужно платить. Какие долги? Какие долги нахер? Все, оплатили. За все надо платить. Ага. Все, гол. Еще раз.
Ёбаный гоу-гоу-гоу. Именно. Ты делаешь что? Ты шашлык, да, делаешь? Ёбаный шашлык я делаю. Еба. Забудь. Надеюсь, у меня все живое. Черт, видимо, нет. Ладно, заново сделаем. Как вылить? Так, все чистый. Так, шашлык, ёбаный этот. Шашлык. Какой именно шашлык? Куриный шашлык? Томатный. Чего? Чего нафиг? Томатный. Он 5 звезд? Ни хрена себе томатный шашлык. Кебаб? Томатный кебаб он называется, да? Да, томатный кебаб. Окей, значит, я закрепил. Все, погнали. Ёб твою. Так, лимон. Рибай. Вот он, рибай. Берем рибай, закрываем. Так, что дальше у нас? Куриная грудка. Это мы успешно уничтожили. Две штуки. А ты хочешь сказать, надо туда кинуть? А мне что? Да, ай, бля, я не туда. Ладно. Ну, дорогущий суп будет. Так, фарш. Пошли, у нас фарш уже был. Бля, я фарш еще один приготовил. Ладно, похрен, два фарша будет. А, фарш. Дальше так, что? Куриная грудка теперь. Куриная грудка чего? Добавьте в чашу для смешивания. Куриная грудка, 4 штуки. Соль, 3 грамма. Кусочки куриная грудка. Который я купил. Вот он. Да ёпта, куриная грудка. Как раз весь ну, уйдет. Куриная грудка. Дальше. Пошли, где это? Ловите. Туда я иду. А куриная чё? Грудка. Тебе. Что погнали. Я готов? Кусочки куриные. Ладно, пофиг. Куриные кусочки. Куриные грудки. Я уже западался. Уберем куриную эту самую, так, нарезаем ее. А я могу ее нарезать? Вообще не поставили? Чего? А почему я не могу куриную грудку нарезать-то? Флип. Так, и вот этот. Куриная грудка, и что мне? Есть, кусочки? Первый раз все по 100. Мне куриный суп успешен. Так, теперь делаю следующее блюдо. Это будет вот эти... Доноры. Чего? Чего я сделал только что? Маринованная куриная грудка? А что ты делаешь? Стоп, а как я... Чего? Тебе надо, смотри, тебе надо... давайте помогу. А как я сделал? Томатный... Короче, надо рыбастейк, кусочек рыбастейка и курдюк. Курдюк ты купил? Это рыбаля ниже. Бля, да. Ёпту, нет. Ай. Блин, упала. Вот курдюк. Да. 45. Потратили, окей. Меньше денег. Маринованная куриная грудка. Ни хрена себе. Неплохо, кстати. Ой, надо закрывать. Курдюк, что у тебя? Фарш, это фарш из стейка, да, этого? Да. Теперь надо курдюк сюда добавить. Сладкий перец. Чили. Сладкий перец, чили. Ой, курдюк, как же был... А, курдюк порезать. Как мог забыть? Блин. На 4 кусочки, сейчас тебе помогу. Чего кусочек, сладкий перец, чили. Сейчас. Раз, два... 3. Правильно? Так. Соль. 3. Соль. 1, 2, 3. Соли. И не забудь помидоры нарезать. Дайте сейчас помогу. Помидорчики. Так, помидор нарезали. Теперь надо взять шампурь. Где у нас шампура подевались? Вот. Тебе
теперь нам надо вот это насадить, потом помидоры, и потом сюда, и вторую сделай. Да, помидоры. Так, а я продолжу делать... Спасибо. То, что даже... Да, пожалуйста. Даже... А я продолжу делать... То, что донор. Не начал еще, да? Ой. Да, даже не начал. Так, что там было? Рыбай стейк. Ой, рыбай стейка у нас нету, да? Подождите. Чего? А у нас денег нет. 74. Открываем хотя бы суп. Суп хотя бы продадим. Это подойдет. Да. Это еще может подойти. Так, так, так. Чаем. Теперь надо картошку. Все, нет, все будет. Все будет. Все будет, все хватает. Там ведь один на, надо правильно подавать. Ломтик. Да, да, да. Ой, так. Где масло купленное запаса? Ой, прости. Кебаб. Сейчас у нас масло уже заканчивается. Ты чё, твоё? Так, тарелка. Да любую тарелку чуть не убери. Так. Да почему он? Надо еще дрова купить. Все, деньги пошли. Так куда ты нож выкидываешься? Два, три, четыре, пять. Ой, я извиняюсь. Один, два, три, четыре, пять. И кетчуп. Все, поддаю, поддаюсь. Почти по 100, отлично. Что, суп? Суп кончился? Я не знаю. У меня закончился сейчас этот будет. Самый, как его, мясо у меня закончилось. Да куда я вылил суп? Черт, я мимо пролил. Мясо, ой. Боже, мясо что-то надо было. Вот это мясо. Пожалуйста, картошка. Картошку. Лук. Картошка. Картошку. Лук. Да, картошку. А ты лук. Без лука больше опыта. Ты какой лимон? Ломчик картофеля. Ага. Пожарить. Значит, лимон не пожарит. Я так и думал. Ай, бля, я так и знал, что Рауль пожарит лимон. Ну почти, чуть не нарезал. Я в том, что я видел. Он очень похож прямо. Так, что тебе с луком? Я это не... где же было, ломтика картофеля? Адская кухня. Зачем ты столько фарша заготовил? Я фарш не жарил. Почему помидоры? Где лук? И что мы там готовим? Я не знаю, что... Я потому просто я не знаю, что мы сейчас вообще готовим. Надо на это готовить. Я не знаю. Что не хватает? Сука, я... Пожарьте лук, где лук? Вот. Я не знаю. Люди голодают. Люди голодают.
Я не знаю, что сейчас готовим мы. Я хер его знает, что мы готовим сейчас. Все, и надо завтра все повторить. Пока новый рецепт не возьмем, пока это все не сделаем. Так все, пожалуйста. Все, все, мы же не успели, так? Отсутствуют помидоры почему-то. Сколько там помидоров ты наложил? У вас помидоры! Я вас! Мало помидоров. Ебать, ебать. Короче, у нас тут какой-то вообще трэш начинается. Почему столько фарша? Кто здесь фарш наготовил? Где он? Мы так и подкрутимся. Я готовлю... На продукт. Я готовлю фашистский переворот. Так еще посуду надо помыть. Бля, у нас какая-то жопа творится. Заплати официантке деньги. Да обойдется. В смысле, тогда день мы не сможем закончить. Давай нагибайся, я тебе заплачу куни. Пожалуйста, а стоп, а где платится? Ой, тут рецепты. Каунчер. Каунчер. Чего? Ножи. Серьезно? Короче, шампунь здесь будем ставить. Где миска пропала тебе? Рауль, знаешь, что нам нужно больше всего сейчас готовить? Но. Нам нужно сейчас готовить больше всего, Рауль. Нам, знаешь, что больше всего надо готовить? Этот самый, как его, простой шашлык. Нам нужно будет... Простой шашлык. Да, 15 штук. 15 штук. Простой. Да, написано простой шашлык. Потому что, подожди, я этот самый сейчас меню... Бонусы сотрудники. Его надо пускать через мясорубку. Сейчас посмотрю рецепт. Простой шашлык. Да, надо пускать мясорубку. Курдюк опять. Кусочки курдюка сочи, он опять, да, он простой. Только не понимаю, что там еще надо жать. А, чесночные дольки и зеленый перец. Ну, не такой дорогой, наверное, он. А мы сейчас завершаем день или как? Да, давай завершаем. За электричество тебе надо платить. Какого черта за электричество тебе надо платить? Раньше же не надо было. Тап, чё? Блин, хорошая вывеска. Дорогая. Слишком дорогая, то можно могли бы оборудование купить. Так, тогда делаем простой шашлык. Какое оборудование? Что ты сможешь сделать? Куриный суп сможешь сделать? Куриный суп. Куриный суп. Давай ты делаешь томатный опять кебаб, а я потом сделаю это. Донор опять. Так, простой шашлык. Нам надо купить мне курдюк. Ты меня слышишь? Нет, я не слышу. А как ты ответил? Так, что она была? Курдюк. Потому что мы если убираем... Подожди, а если мы поставим типа... Подожди, типа слава... Подожди, мне интересно кое-что проверить. Подожди, это звездочки 6. Подожди, если я вот это поставлю. 1,5 звезды, да? А ну-ка. Мне просто интересно, а если я все поставлю сюда? Вот, вот сколько надо. Итого звездочки 2 звезды получу. Слава, серьезно? Я все блюда поставил, итого получим 2
Серьезно, он издевается. Я понимаю, но надо сейчас готовить, а то опять все не успеем. Я, короче, уберу все это. Так, где могу, Дюк? Так. Слушай. Так надо нарезать. А как он готовится-то? Г. Чего? Нарезать рыбай. Посидеть к кофе. Перемечите мясо. Тонер в машине? Чего? Так вопрос, какое мясо? Рыбай, стейк, гурдюк, куриная ножка. Что значит мясо? Так. Рыбай, стейк. Но больше ничего не остается. Пошли в магазин. Ладно, посмотрим. Простой магазин. На всякий случай посмотрю. Ну что пишет цель, только решил сбиться, измельчите мясо, мясорубка. Кусочек фарш. А где мясо? Вот оно. Так. Соль. Фарш, ага, годится. Дай, Кусочки гурдюка, what the fuck? Штуки. Чего? Тебе соль-то штуки. А где соль? У кого соль? Нету соли? Так, где соль? Вот соль. Соль закончилась. Так, сколько соли было? 3 штуки, 3 грамма соли. Дальше. Черный перец. Черный перец. 3. Кусочек тика, фарш. И ломтик курдюк. Да ладно. Что-то не жирновато будет. Ломтик курдюк. Что значит ломтик? Кусочек. То есть попробуй порезать, если возможно это. Ладно, пока не трогаем. Будем надеяться на лучшее. Так, хорошо, теперь шампурь. А, Рауль, у тебя там как? Так. Теперь надо с дровами. Ну да. Хорошо, что они копейки стоят.
Так, так, меню. Погнали дальше, что я могу еще сделать быстро. Так. Вот это готовим сразу же. Так. Так, соль. Цель, куриная грудка. Взять. Так, чеснок и зеленый перец. Так, соль. Так, чеснок купили. Ага. Чеснок купили. Пожарьте. И зеленый перец. Зеленый перец. Есть такое дело. Жарим. Добавить тарелку. Так. А ты что-то готовишь, Шауль? Простой шашлык. Ага. Он действительно простой. Было непонятно, какое мясо именно надо было изначально. Чуть-чуть пережарил. Ой. Ты что, убрал рецепт? А я убрал. А я убрал специально, чтобы это. Оп. Красный, зеленый. Фу ты. Зеленый закрыть. Выпечки 69, ну да, все есть. А что у тебя осталось сделать? Куриную грудку делаешь? Сложно не захотел. Я два приготовил. Пока ты один готовил, я уже два приготовил. Где у нас еще шампур? Я могу еще одну приготовить. Тут нож. Простые блюда дают мало. Блюда. Блюда. А, тут фарш валяется. Да-да, там последний. Вот теперь по 100%. А я думал, где семечки подеваются, а вот они. Это было 6 из 15. Простой шашлык. Он очень просто делается. Все, закрываемся.
Уходите, пути. А, открытый. В смысле открытый? Могу закрывать. Куриный супчик сможешь сделать? Я смогу, кстати, томатный кебаб сделать. Ну, помню, наизусть уже. А ты попробуй куриный супчик сделать. Алло, ты слышишь? Нет. Не слышу. Подобрать. Серьезно? Это. И выкинуть это. А чего? Почему? Ага. День закончен, окей. Я понял. Чего, куриный суп? Да, завтра. Завтра куриный суп. А как он готовится-то? Куриный суп. Давай-ка открываться, ингредиенты купим. Вот именно, сейчас нужно. Куриный суп. А я как раз подготовлю на завтра картошку, лук, рыба и стейк надо купить. Есть у нас рыба и стейк? Чего? Стейк, а, вот куриный суп. А-а-а. Там лимон. Вода... надо купить. А-а-а, куриный бульон, ебать. Куриный бульон еще нужен. Окей, сейчас лимон, куриный бульон. Сейчас надо... Куриный бульон в магазине. Да-да. А, окей, сейчас... Что там еще надо купить заранее? Кусочки куртюка с... Куртюк. А, нет, какой куртюк? Надо... Вот этот. Лимон. Ага. Туда. Кусочек курдюка. Курдюк надо так, купить. Так, это ж, чего? Кастрюли. Банка с бульоном. Раз, два, три. Так, курдюк. Масло. Дрова купить. Масло. Пакет муки. Какое масло? Может, имеешь в виду вот этот? Баттер? Оп. Так, я дрова куплю. Так, так. Так, это что это? Это... Есть. Шампура, где все подевали соперки. Или их съедают, что ли, шампурами? Вы их издеваетесь, что ли? А, доставься. Они шампурами съедают. Ну хорошо, шампур, ладно. 5 штук куплю. А-а-а, так что мне нужно было? Оказывается, шампунь это расходники. Сладкий перец чили у нас есть. Куриная грудка. Это кто у нас? Куриная грудка есть. Красный перец, зеленый перец. Картошка. Картошка фри. А потом я сделаю... Поставил для доноров. Картоха есть. Ингредиент. Рыба и стейк, картошка, подсолнечное масло и пакет кетчупа. Рыба и стейк опять купаем. Угу.
Электрон. А, имеется цель, соль. Картошка есть у нас? Соль, картошка много. Выпекается со всех сторон. А, куриная грудка. Кетчуп, майонез и картофель и ломтик донера, так что все. Я готов. Соль. Жди-ка, посмотри, что ты делаешь с кухней. Соль, сладкий перец. Сладкий чили перец, да. Раз, два, три. Подожди, а зачем ты уже готовишь? Она же будет не свежая завтра. Завтра не будет свежая. Все, давай заканчивай день. Электричество. И погнали. Подожди, я сейчас меню поставлю. Так, мы делаем. Вот это и. Вот это. Теперь соль. Раз, два, три. Потом сладкий перец. Сладкий перец чили. Раз, два, три. Так, теперь ломтик помидоров. Боже, как можно поменять рецепт? То есть не поменять, а добавить рецепт. Вот так вот можно подавить. Теперь картошка заранее. Картошка. Чего? Картошка, лук. Бля. Лук. Я понял. Банк. Так, шампур, потом так насаживаем сюда, потом помидорос, так, теперь трава, так, куриная грудка, жарим, две штучки, куриная грудка, жарим, бля, куриная грудка, раз. Так, тарелка. Раз, два, три. Смысле? Четыре. В смысле? Что? Пухло. Я понял, так. Так, куриная грудка. Раз, два, три. Лицо. Куриная грудка. Так. Куриная грудка, взяли вода 120. Да ёпта, кто это? Аж выливай нафиг.
Так, 120 наливаем. 8. Ладно, пофиг. 120 поставили. Отлично. Включили, выключили это. А вода. Теперь следующий рецепт. Добавьте вода, куриные шашлычки. Чего? Кусочек лимона. Две штучки. Так, вода. Так, картошка. Так, чего? Вода. Добавьте воду. Куриные шашлычки. Чего? Переместите в чашу тарелки. Чего? Куриные шашлычки? А как они делаются-то, куриные? Так. Их надо порезать, что ли? 3, 4, 5. Тоже тарелку. Так. Кусочек лимона. Кусочек лимона, ну-ка. Лимон. 5. Ага. Смесь. Лимон. Куриный бульон. Чего? Куриный бульон. Это что это? Мука, мясо. Масло. Куриный бульон. Ёбаная жопа. Где? О, неплохо. Теперь я помогу супом. Так, суп, рецепт. Так, вода. Куриные шашлычки, это... Это где-то... Там уже есть. Куриную грудку. Тоже добавил? Так, куриный бульон... Куриный бульон ты купил? Вот именно я ищу, где он. Вот он, тебе в холодильнике. Да? Ну да. Ты золотые упаковки. Я добавляю. Давай, добавляй, ты включай. Смесь получается. У тебя что-то неправильно получилось. Давай заново сделаем. Что-то мне подозрительно. Он даже не варится. Давай попробуем. Вода. Может нормально суп тебе получился. Ага. Чаша тарелка. Да нет, все отлично. Все по 100. Открываем. Все, последний заход, сохраняемся. Давай. И тогда все. Но сначала вот здесь закончится. Ну давай. Смотри, как сложно блюда получилось. Да-да, блюда очень, да. Блюда. Так, ломтики помидора. Так. Помидор кончились. Тарелку положим сюда. Фарш валяется тут просто тупо. Прикол. Да ёпта, кто эти... Шашлыки сюда. Ёбаные. Ну-ка, шашлыки не обижать. Так кто тебе шашлык... Палки эти шашлычные. Так. Так, фарш. Где мой шашлычный фарш? Да он стоит тут, кебаб, томатный кебаб тут стоит. Какой-то.
Ёбаный Жора в рот. Опять этот мусор дурацкий. Опа, опа, опа! Америка, Европа, подожди. А, тарелка. Вот сейчас сколько там надо наливать? 20 миллилитров? Да. А я там точно не наливаю. Подать. Ебать, по 100. Охренеть. Лук, лук, да. Блин, лук. Лук Скайуокер. Так, где у нас лук? Вот он. Я сейчас сделаю. Сейчас лук жарится. Так. Тап. Сейчас унесу. Все по 100. Так, строительство. Миксер. А это что такое? Ой, мне этого не хватило. Чего? А где вся посуда подевалась? Все можно скрывать. Куда деньги все ушли? На что ты потратил? Так, бля, я могу купить. А что ты потратил? Деньги было 5000. И 5000 я слил. Так. Все слил. Еще будем играть? Ой, Рауль. Или тебе на этом хватит? Что-то слил? Ай. Что это такое? Ой, звук. Ой, тут ты. Аф. Судя по всему, что ты продаешь больше них. Да. Ой. Ой.
Еба, летающие объекты. Что за космос тут? Смотри, как у нас тут летающие. Смотри, ты видишь тарелку? Ебануться! Смотри. Опа. Ебануться, она летает. Офигеть! А это у нас точно ресторан, а не, я не знаю, какая-то инопланетная. Офигеть. Зона. Ебануться, нож улетел. К херам. Хорош. Так, сейчас хочу на тебе вылет стоять. Той. Что? Окей. Да. 17 тысяч. Да, какая сохранная игра, до свидания. А, до свидания. Все, тогда пока. Давай, пока.